Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Упражнение 2, страница 83, из раздела «Это ты знаешь и умеешь». С какими предлогами можно употребить слово «сад» и «мост»? Запиши. Запомни, предлоги пишутся со словами отдельно. В саду, около сада, к саду, из сада, через сад, над садом, под мостом, над мостом, к мосту, за мостом, около моста. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете оставить свои комментарии под видео.